Сегодняшняя тема. Я считаю, что нет необходимости принимать закон о тестировании школьников на употребление наркотиков, цитирует Иванова РИА Новости. Законопроект о тестировании школьников на наркотики Госдума рассмотрит в пятницу, 18 января. Документ направлен на профилактику наркомании. Проектом закона предусматривается порядок добровольного тестирования школьников старших классов и студентов на наркотики, их социально-психологическое тестирование и профилактические медосмотры. Тестирование школьников разрешено проводить только с письменного согласия учащегося, если он старше 15 лет. В остальных случаях требуется согласие родителей. Что показали результаты текстирования петербургских школьников на наркотики, читайте здесь. Кроме того, в законе прописаны полномочия федеральных органов исполнительной власти в области профилактики наркомании. Им вменяется в обязанности выявлять причины и условия распространения наркомании, проводить пропаганду здорового образа жизни и нетерпимого отношения к употреблению наркотиков, а также разрабатывать основы госполитики в области профилактики наркомании. Аналогичный закон о добровольном тестировании школьников и студентов на употребление наркотиков был принят в первом чтении Мосгордумой. Источник – медпортал.ру, фото новостивель.ру Здоровья вам! Ставьте лайк и подписывайтесь!